Время диктует свои правила. Основной нормативно-правовой акт, который определяет жизнь любого муниципального образования – устав. С момента внесения дополнений в этот документ прошло около 2 лет. За это время изменились многие законы в стране и регионе. Поэтому требуется новая редакция устава городского округа Химки. Он может быть принят только после обсуждения с жителями на общественных слушаниях. В соответствии с требованиями, вся необходимая информация о поправках была размещена на официальном сайте администрации округа и в СМИ. Мы не пошли по пути внесения очередных изменений, а внесли новую редакцию. Я думаю, что это, по большому счету, как бы там такая созревшая мера необходимая, потому что помимо всех прочих моментов, которые необходимо было учесть, это еще существенный момент создания контрольно-счетного органа городского округа, муниципального образования. В нашем конкретном случае это контрольно-счетная палата городского округа Химки. Предварительно любой химчанин мог оставить свои предложения для внесения в устав. Их оказалось более 50. Все они внесены в сводный протокол слушаний и будут переданы на обсуждение Совета депутатов города.